Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о семействе турецких боеприпасов, которые запускаются с беспилотников Байрактар. Это МАМ, что расшифровывается как Микро Акили Мюхимат, а дословно переводится как Умные микробоеприпасы или же Интеллектуальные микробоеприпасы. Да, внешне и по применению они напоминают ракеты, и можно было бы их в принципе так и назвать. Но все же это боеприпасы со своими особенностями и под свои задачи. Речь пойдет о трех версиях: МАМ-Л, МАМ-С и МАМ-Т. Вот в таком порядке я и буду о них рассказывать, потому что в таком порядке они создавались и принимались на вооружение в Турции. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это делает наш контент лучше. Let's burn! Если говорить про боеприпасы МАМ, то есть ряд разночтений, которые можно встретить в различных источниках. Это касается и того, что их называют ракетами класса «Воздух-Земля», однако у них нет ракетного двигателя. Да и как для бомб, они немного более технологичны. Еще можно встретить следующее определение. Высокоточные малогабаритные бомбы. Все по тем же причинам. Но тем не менее, все три версии имеют полуактивную лазерную головку самонаведения. И для того, чтобы они могли поразить точно цель, ее надо подсвечивать лазером. С другой стороны, в названии есть такое слово как микро, но самая легкая версия боеприпаса MAM ⁇ это MAM-C, весит 6,5 кг, а самая тяжелая версия весит 95 кг, и это далеко до микро. Вспомните хотя бы тот же микродрон Black Hornet Nano, который по понятным причинам больше подходит под определение микро. Еще можно встретить определение, что МАМ – это малогабаритный высокоточный боеприпас, что является наиболее близким определением к тому, что он собой представляет. Задача, которая была поставлена перед компанией Rocket Sun, была создать такой боеприпас, который бы учитывал возможности беспилотников, а точнее их ограниченность по части грузоподъемности. Поэтому надо было создать высокоточный боеприпас, который можно было бы использовать на турецких беспилотниках. Тех, которые уже были и на перспективных разработках. На сегодня первые две версии могут запускаться и использоваться на беспилотниках Bayraktar TB2, Акенджи, Anka и Ansungur. А версия Mamti за счет своего веса, как правило, используется только на Akinji. Кто не видел обзоры на TB2 и на Akinji, ссылки будут в описании. Вот Rocket Sun и принялись разрабатывать такой боеприпас. Он должен был эффективно поражать наземную бронированную технику, включая танки, БТР, БМП, укрепления, пункты связи и другие статичные или подвижные объекты. Поэтому было принято решение оснастить лазерной головкой самонаведения с самого начала. И чтобы долго не изобретать велосипед, решили взять уже имеющийся у них противотанковый ракетный комплекс Умтас и взять ракету версии Л-Умтас с лазерной головкой самонаведения и доработать ее до необходимых параметров. Увеличили немного крылья, убрали двигатель, но сохранили по большей части начинку. Для понимания, что собой представляет ПТРК Умтас, также рекомендую посмотреть обзор, кто еще этого не сделал, ссылка будет в описании. Таким образом, в 2016 году были закончены испытания и принят на вооружение высокоточный малогабаритный боеприпас МАМ-Л. Эта версия весит 22 килограмма, из которых порядка 10 килограмм ⁇ это вес боевой части, в длину 1 метр, а диаметр составляет 160 мм. В головной части расположена полуактивная лазерная головка самонаведения, в средней и хвостовой части корпуса по 4 стабилизатора. Двигателя, понятное дело, что нет. На выбор можно использовать версии с тандемной кумулятивной боевой частью, осколочно-фугасной или термобарической боевой частью и для понимания. За основу взяли ракету «Умтас», у которой бронепробиваемость составляет порядка 1100 мм. И свои возможности МАМ-Л доказала в Сирии, Ливии и Армении, где ее применяли. Она поразила довольно много танков и другой бронированной техники – и стоит сказать, что разрабатывали MAM-L в первую очередь для применения с беспилотников в Сирии. Базовая версия боеприпаса могла поражать цели на расстоянии 8 километров. Вы можете сказать, что этого мало, но давайте не забывать, что в Сирии со средствами ПВО и по части наличия зенитных ракетных комплексов все не так-то и радужно для одних, а для других все довольно-таки хорошо. Поэтому еще удалось показать такую эффективность как беспилотников, так и этих боеприпасов. Однако, дабы быть объективными, в 2019 году и версия MAM-L, и версия MAM-C поставлялись в Украину. И тем более они поставлялись в ходе военного конфликта между Россией и Украиной. И российские ЗРК сбивали турецкие беспилотники, которые стояли на вооружении украинской армии вместе с этими боеприпасами, которые не успевали выпустить по целям. Почему я на этом делаю акцент? В Турции понимали, что 8 километров для мам Л это тоже мало, потому что приходится залетать в зону действия ЗРК малой дальности. А тут вам и могло случиться то, о чем я рассказал выше. Ведь Турция сегодня все три эти версии предлагает на экспорт. Поэтому со временем боеприпас был доработан, оснастили его инерциальной навигационной системой и GPS, что сделало его еще более высокоточным и уже позволило поражать цели на расстоянии в 14 километров, но при условии запуска с высоты не менее 9 километров. Такое может себе позволить Акинджи. И по последним данным, еще более доработали возможности этой версии. И теперь она может поражать цели на расстоянии в 15 километров, чему в Турции очень рады. Значит можно сохранить беспилотник и выпустить боеприпас по цели. Как отмечают в Турции, проблемой для этих боеприпасов и для беспилотников был зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который мог потенциально уничтожить беспилотники в воздухе еще до того, как боеприпасы будут выпущены. Поэтому еще решили дорабатывать этот боеприпас. На «Панцирь» тоже есть обзор на канале, рекомендую посмотреть. Однако тут тоже для полноты картины надо объяснить, что панцири, которые были поставлены Россией в Сирию, массово были уничтожены турецкими беспилотниками, тем арсеналом ракеты бомб, которые они могут нести. И это сыграло в минус панцирю и в плюс тем же боеприпасам МАМ. Не наше дело обсуждать новости, но где бы вы ни находились, вы легко можете найти эти упоминания в новостной ленте. Это случилось еще до 2022 года. Турецкая сторона свой успех трактует по одному, а вот российская сторона провал своего детища по другому. Так что тут, как всегда, точка зрения зависит от того, с какой стороны вы находитесь. Что касается точности, с которой может мам Эл поражать цели, то тут все зависит еще и от того, как лазер будет подсвечивать цели. Поэтому говорить о КВО смысла нет, хоть и приводят цифру в 3 метра. С момента своего появления в том же 2016 году боеприпас активно применялся в ходе военных операций в Сирии в 2016 году и 2017 году. Думаю, тесная связь Турции с Азербайджаном тоже ни для кого не секрет. И эти боеприпасы были поставлены в Азербайджан и позже применялись в Нагорном Карабахе. Среди других стран, кто получил MAM-L и другие версии от Турции, из тех, что я не назвал, это Ливия, Катар, Туркменистан и Эфиопия. Что касается стоимости MAM-L, то в зависимости от версии и оснащения цена за единицу колеблется в пределах от 60 тысяч долларов до 100 тысяч долларов. Примерно в том же диапазоне стоит MAM-T, а вот MAM-C стоит порядка 20 тысяч долларов за единицу. В 2017 году компания RocketSun принялась работать над уменьшенной версией MAM-L – MAM-C. И в 2018 году эту версию принимают на вооружение. Все тот же стоял вопрос использования как можно большего числа этих боеприпасов на беспилотниках. Эта версия уже весит 6,5 килограмм имея диаметр 70 мм, в длину 970 мм и оснащается либо многоцелевой боевой частью, либо осколочно-фугасной, массой в 2,5 кг. ГСН и начинка остались от версии L. Но дальность поражения целей ограничена 8 километрами. Как вы понимаете, за счет уменьшения массы боевой части, танки эта версия уже поражать эффективно не может. Тут уже речь идет про небронированную технику, радары или склады с боеприпасами, которые находятся на открытой местности. А вот уже версия mam была принята на вооружение в 2021 году и стала дальнейшей разработкой в этом семействе боеприпасов. Она стала значительно тяжелее и, как вы видите, оснастили ее крыльями и сделали более привычный вид такой себе планирующей бомбы. По сути, таковой эта версия и стала. Версия стала тяжелее, с большей боевой частью и дальностью поражения целей, возможностью использоваться не только на беспилотниках, а и на самолетах, Впервые в 2021 году МАМТИ испытывали на Кинджи, что показало эффективность этого боеприпаса против хорошо бронированных целей. Весит этот высокоточный микробоеприпас 95 кг, в длину 1,4 метра. Диаметр был увеличен до 230 мм. И эта версия оснащена уже только осколочно-фугасной боевой частью, которая весит более 20 кг. Дальность поражения целей была увеличена до 30 км и более. Почему более? Если запускать с беспилотников, таких как АКНЖ, то на 30 км боеприпас может лететь. Если же использовать со штурмовиков или подобных самолетов, то расстояние увеличивается до 60 км. А вот если использовать на истребителях, то дальность может составлять все 80 км. Как вы понимаете, версия более чем ориентирована на экспорт. Головка самонаведения осталась с прошлых версий. Понятное дело, что увеличение веса ограничивает использование этого боеприпаса на беспилотниках. По сути, только Акин же из тех, кто имеется у Турции на вооружении, на сегодняшний день и может использовать эти боеприпасы. Элементарно нелепо на тот же ТБ-2 погрузить один МАМТ и больше ничего. Конечно, все зависит от задач, но на ТБ-2 проще использовать несколько мам c или мам-л. Тогда спектр возможностей возрастает. Скорее всего, в ближайшие год-два в Турции по опыту применения этих боеприпасов в Украине будут делаться доработки и улучшения, как по части дальности полета, так и по части наведения на цели. И, возможно, скоро мы услышим о пополнении в этом семействе, как часто и бывает. Что ж, это было семейство боеприпасов мам. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.